Доброе утро всем любителям баскетбола. У нас, привет. Да, участник команды Bad Boys Алексей Носкович. Я вас поздравляю с победой, но она какая-то не очень уверенная, на мой взгляд, была. Что-то не проснулись. Утро воскресенье было, наверное, немножко тяжеловато. Ну и как-то не настроились. Мы, в принципе, понимали, что соперник будет не в оптимальном составе, что у них тоже есть какие-то кадровые проблемы. Видимо, недооценка, расслабленность. Ну, как-то. Ну вот, Илья Кошкин, вы же понимали, кто это такой и что нужно делать? Понимали, да. Старались, но... 34 очка. То есть человек набрал чуть больше, чем пол команды. Как так вышло? Вы не смогли сдержать. Что произошло? Почему он столько назабивал? Может быть, где-то должным образом не уперлись, не сыграли так, как должны были. Сыграть, спасибо. Сыграть в защите. Вот, но мы играли против него первый раз. Может, сделаем какие-то, внесем корректировки, добавим. Но стоит признать, что действительно игрок высокого уровня. Он и с дальнего нам накидал, и подборы. И блоков настал, да. Перехваты были, все что угодно. Да, то есть сам для него это как бы в принципе игра, он в принципе так играет. Просто я как-то предполагала, что у вас будет какая-то тактика. И как-то сдержать Илья Кошкина. Надеялись, нет, просто хотели сыграть лично, посмотреть, сможем ли мы просто в обычном режиме что-то сделать. Ну, с другой стороны, результат есть. Как бы тут победа уже... есть, да. Собственно, а уже как она была получена, какие-то допущенные ошибки. Ну, будет второй раунд. Как думаешь, будет немножко по-другому или, в принципе, такой же? Я думаю, что будет по-другому. Я надеюсь, что мы за эту неделю проведем какую-то работу, сможем добавим прежде всего, сразу начнем играть в свой баскетбол, начнем бороться должным образом, и все получится. Как думаешь, из вот восьмерки ПО, которая, в принципе, уже определена, там в другой группе просто распределяет места еще сегодня, но соперники известны. Как думаешь, кто будет самый неудобный для вас? Назовем это так. Самый неудобный? Ну, из тех, с кем мы играли, с нашей группы, это, естественно, Пинск. Естественно. Передаем привет кому конкретно? С той стороны, ну, нам надо, есть такой у нас небольшой должок Стеку за прошлый сезон. Шутерсы могут тоже хорошо сыграть, тоже мы им немножко сейчас помогли выйти в плей-офф. То есть, в принципе, как бы конкретно одного выделить сложно? Сложно. Все недосказанности, всем что-то повозвращать надо. Конечно, да. Нет, хочется со всеми всем все вернуть. А как думаешь, вот с кем бы вот финал вот больше всего хотелось бы сыграть? Не то, что вот мы сейчас обсуждали, кто неудобный соперник, а с кем бы вот хотелось вот прям... Ладно, не финал, просто с кем бы хотелось? С кем бы хотел? Да, ну, честно, нет такой задачи, чтобы кого-то прям вот хотелось. Просто задача показать свой максимум, выйти в финал. Естественно, то есть мы настроены на победу. То есть хотите взять второй дивизион? Естественно. А в следующем году, если будете заявляться, все будет хорошо, пошли бы дальше в первый? Вернулись бы? Это будем обсуждать. Будем обсуждать, будем смотреть, как команда, как молодежь. Хорошо, я поняла. Поздравляю за сегодня хорошая результативная игра. В частности, от тебя трешки прилетели. Отлично. Все здорово, но надеюсь, что в следующей игре немножко не допустите Кошкина настолько вам назад. Ну, будем стараться. Будем стараться. Посмотрим, что мы сделаем. Спасибо за интервью. Все, спасибо.